В КЧГУ имени Умара Алиева состоялся общевузовский выпускной бал. В этот знаменательный день 500 бакалавров и магистрантов получили дипломы о высшем образовании. Подробнее в материале Луизы Тамбиевой. Выпускной – это праздник и в то же время начало взрослой жизни. По задумке организаторов, все выпускники и кураторы пришли на вручение дипломов в мантиях и магистерских шапочках. Поздравляю всех студентов с получением диплома, всех преподавателей вуза. Пожелать всем здоровья, успехов! Общевузовский выпускной – это еще одна добрая традиция, которая займет достойное место в жизни университета. Уже 80 лет КЧГУ имени Умара Алиева готовит высококвалифицированных специалистов, которые уже в скором времени проявят себя в различных областях. Уважаемые выпускники, в таких случаях принято говорить, как нам не будет хватать вас. Безусловно, это так, но нам, университету, профессорско-преподавательскому составу еще больше не будет хватать вас, харизматичных, сильных, успешных выпускников, если вы не добьетесь поставленных целей. Пусть на вашем пути мотиватором вашим будет любовь к своей семье, родному городу и университету, нашей Карачаево-Черкесии, нашей России, любовь к Богу. Пусть вам сопутствует удача. Удачи вам! С праздником! После торжественной части был дан праздничный концерт с участием звезд Северного Кавказа и российского рэп-исполнителя Дина MC-47. Этот праздник станет яркой страницей в книге под названием «КЧГУ. Выпуск 2018». Луиза Тамбиева, Аслан Гелюгов, Вести Карачаево-Черкесия.